Помните, как этим летом латвийские баскетболисты триумфально взяли олимпийское золото? Lazmanis for the gold! The two-point gold medal winner! Вот именно в такие моменты мир вспоминает, что есть такая маленькая страна, как Латвия. Gold to Latvia. Так вот, спустя 7 месяцев эти спортсмены до сих пор не получили деньги, которые им полагаются от государства. Наши политики очень любят ругать Россию, но их спортсмены еще летом получили новые X5. Зато мои любимые столбики по всему городу выросли как грибы. Я уже не говорю о том, что когда выпал снег, вы просто не можете его убрать. А это, извините меня, столица. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видео кому-то из вас хоть чуть-чуть станет стыдно. Но ведь самое страшное, что нет. Welcome to my country.